100? 7. Кто там был? Поднимите руку, честно. Честно, кто был? Давай, расскажи, пожалуйста. А что, ты поднял руку, расскажи. Большой, сколько клуб человек? Ты была давно? Я была в Канаде. Да. Там не очень много людей. Там невозможно двигаться. Почему? Потому что все очень плотно друг к другу. Такой семиместный клуб. Слушай, ну пока как-то, когда тесно, это же обычно прикольно. Ну ладно, а что там плохого? Чего не... Клуб для толстых? Там музыки нет. А, поэтому там мало места, если он для толстых. Может быть, это лифт? Что-то магазин меда. Ну что, а почему мед? Почему мед? Там есть какой-то в этом смысл? Это вы не знаете.